Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 39 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. На чертеже изображены две ломаные. Назови точки пересечения ломаных. А, Т, Ж, К, М. Итак, записываем. Точки пересечения. Черточка. А, Т, Ж, К, М. Второе. Укажи еще несколько точек, принадлежащих только синей ломаной. Только синей ломаной. Прежде точка С, В, Е, Ф, И, Н, П. Записываем их. С, В, Е, Ф, И, Н, П. Б. Только зеленый ломаный. Г, В, Д, З, Л, О, Р. Так, записываем. Г, Б, Д, З, Л, О, Р. Запиши название по значению многоугольников, которые получились при пересечении ломаных. У нас получились многоугольники. А, В, Т, Б. Т, Д, Ж, Ф, Е. Ж, И, К, З. К, Л, М. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте комментарии под видео.